Почти 1,5 миллиона рублей выделяет правительство республики на развитие спорта в Мариэл. Эти деньги в качестве грантов получат спортшколы, спортивные федерации, общественные и коммерческие организации, которые привлекают детей и молодежь к занятиям физкультурой и спортом. Так, 14 организаций получат по 50 тысяч рублей на развитие массового спорта. 7 спортшкол, которые ориентированы на высшие достижения, получат по 100 тысяч рублей. На эти деньги можно будет приобрести специальное оборудование, вывести спортсменов на соревнования или провести соревнования в нашей республике. Например, Федерация фитнес-аэробики будет привлекать к занятиям ребят в детских садах и школах. А спортивная школа Олимпийского резерва по легкой атлетике закупит новое ограждение для арены «Мариэл». Главой Республики Мариэл Александром Александровичем Евстифеевым с 2018 года подписано распоряжение о предоставлении грантов на развитие физической культуры и спорта. Грант у нас существует и работает по двум номинациям. Это спорт высших достижений и массовый спорт. Это очень актуальные для нас направления, так как в них могут принимать участие не только спортивные федерации, спортивные школы, но также могут участвовать юридические лица и могут принимать участие муниципальные образования, муниципальные районы. Я хочу отметить, что для нас очень важно, чтобы в грантовых конкурсах принимали участие муниципальные районы. Так, например, у нас в этом году победило 4 гранта из муниципальных районов. Это Медведевский, Маркинский и Советский район. Очень мы рады, что вот на территории этих муниципалитетов пройдут спортивные соревнования, где можно будет получить кубки, медали, награды и закупить необходимое спортоборудование. Напомню, что с 15 августа по 15 сентября традиционно проходит набор в спортивные школы республики. Всего в регионе работает 11 таких школ, из них 8 – это школы Олимпийского резерва. Обучение будущих спортсменов проходит бесплатно, однако для этого необходимо сдать нормативы и не иметь медицинских противопоказаний. Подробнее о том, где и в какую спортшколу можно записать ребенка, можно узнать на сайте Министерства молодежной политики, спорта и туризма республики и в группе ВКонтакте нашего телеканала.